Очаков ТВ представляет. Здравствуйте. Здравствуйте. Он серьезный, смотрю, такой подготовленный. Серьезный, подготовленный. Монитор сзади такой, показывать, видать, да, москалям там, как они? Да, да, показывают москалям. Как там, блин, вы их обстреливаете? Тихо, тихо, не ругайся матом, что ты подгораешь сразу? Да потому что ты чепуха. Да не ругайся, ну чего? Сейчас начнешься там какими-то... Ну не ругайся, ну чего? Мериться нахуй. Ты в курсе, что европейские да эти... Да тихо, тихо, не называют цифры. Да, да, я слышал миллион. 50, 200 миллионов, да нет, я слышал. Да, да. Ты хочешь миллион, называй миллион. Я слышал, нет, я слышал. Не миллион, я слышал 200 миллионов. Я слышал там Урсула фон дер Ляйен. Да, да, 200 миллионов. Говорит, 200 300 миллионов, чем-то, да. Уже, говорит, тысяч. Да, 200 миллионов уже. Да, да, да. Уже 200 миллионов, да. А почему же вы тогда копаете окопы в Крыму, а? 200 миллионов. Везде 200 миллионов, уже украинцев 200 миллионов убито, а окопы-то в Крыму почему-то вы копаете, россияне. Почему так? Здрасте. Здравствуйте. Вы откуда? Я с Сахалина. Прям с самого Сахалина? Ну, как бы да. Прикольно. Вы всю жизнь на Сахалине живете? Нет. А когда приехали? 25 лет только. О, только. Ну, много. Понятно. И что, вам нравится на Сахалине? Ну, на Сахалине, ну, уже нравится, уже привыкла. А где вы жили до этого? Днепропетровская область, город Кривой Рог. А, серьезно? Вы из Украины? Да. А вы звідки будете? Я живу в Калифорнии. Калифорния. Как там дела в Калифорнии? У меня сестра живет в Вашингтоне. Город Вашингтон. Ну, в принципе, и штат Вашингтон. Нет, нет. Город Вашингтон и штат Вашингтон — это разные. Разные. Ну, может быть, да. Я могу ошибаться. Во всяком случае, Вашингтон точно она там. Она замуж там вышла. Ага, давно она живет? Не, я живу на другом побережье. Если она в городе Вашингтон... Город Вашингтон, он находится на Атлантическом океане, я живу на Тихом. Как давно она в Америке живет? Год. А, год всего? Откуда она уехала? Да, да, она вышла замуж. Откуда она уехала в Америку? Ой, с Украины. А почему вы спрашиваете? Ну, интересно, откуда из Украины? Город Кривой Рог. А, она, это ваша сестра родная? Да, да, да. О, классно. Слушайте, и что, вы с ней общаетесь? Ну, да, общаемся. А как же, родные люди же должны общаться. Угу. Ну, а как вы относитесь к тому, что Россия напала на Украину вообще? Ну, как я могу относиться? Вы же понимаете ответ на этот вопрос. Ну, если вы не хотите напрямую отвечать, можете не отвечать, но я вам просто расскажу, что... По моим наблюдениям, процентов 85, а то и 90, яро поддерживают нападение России на Украину. Что поддерживают? То, что убивают людей, поддерживают? Это нет, кто такие, нет, интересные? Нет, они говорят, нет, нет, они говорят, мы против убийства, мы против войны. Но правильно делает Россия, должна разобраться с Украиной, с нацизмом украинским и так далее. Вот так вот. Угу. У меня там отец в Кривом Рогу, ну вы же понимаете, откуда я. И он говорит, когда вот это вот только началось, это получается год назад, он говорил о том, что нас не надо ни от чего спасать. Спасибо большое, не надо, до свидания. Это хорошо, что у нас просто семья такая, видите, мы друг за друга. Я в России, у меня брат в Польше живет, у меня сестра живет в Вашингтоне, ну, то есть в Америке. И у нас нету такого там, ну, что я, например, там стала бы семье своей, то, что я живу в России, получается же. Что я там виновата в чем-то. Нет, у нас семья молодцы. Они знают позицию, они знают, что это все ужасно. Слушайте, ну а вот как я даже помочь ему не могу.
как вокруг вас люди, ваши знакомые, друзья какие-то, вообще ваши коллеги, может быть, как они относятся к этой войне в процентном отношении? Есть у вас какие-то собственные наблюдения? Кто поддерживает войну, кто не поддерживает? Я как бы не проводила наблюдения, но видите, здесь же тоже украинцев много. Поэтому, ну, я имею в виду Сахалин именно. Я не знаю, у нас Дальний Восток, мы никто не любим ту власть, которая у нас есть. Я вам так отвечу. Нет, я понимаю, но вот по вашим абсолютно таким эмпирическим подсчетам, да, то есть ни на чем не основанным, скажем, чисто на вашем опыте, сколько процентов поддерживают? Ну, у нас машины взрывают, когда букву «З», например, рисуют. Ну, то есть у нас не очень. А, у вас до буквы «З» гоняют людей, да? Это может быть где-то центр, да? Центр, Москва, Санкт-Петербург. Там, наверное, поддерживают все, орут «Ура, Путин!». А у нас тут такого нету. Поэтому, ну, много адекватных людей, много. Большой процент адекватных людей. Ну да. Там же была вообще Украинская республика на Дальнем Востоке, если вы... Республики тут не было, наверное, было как... Господи, как не было? Зеленый клин. Диаспора была. Зеленый клин, помните? Если я не ошибаюсь... Нет, я не знаю. Если я не ошибаюсь, называлась Зеленый клин, это такая была как... Ну... Это, наверное, это где-то Хабаровск, Владивосток, нет? Там нет, или... это не Сахалин, нет, это да. Это на Дальнем Востоке, это не на Сахалине. Да, потому что я бы вам сразу ответила на ваш вопрос, что я знаю. А так, ну, как бы, впервые. Ну, мне вообще-то заинтересовало, я, во всяком случае, хотя бы почитаю. Ну, да. Да, ну, в интернете, что это, где оно. Понятно. Хорошо, ладно, давайте, вам успехов, тогда побегу я дальше. Вам всего доброго, добрый человек. До свидания. Счастливо вам, спасибо. Женщина с Сахалина, украинка, поддерживает свою родню. Но это не главное. Главное, что она поддерживает справедливость. Это самое главное. Родня как родня. Так получилось, что ее родня тоже за цивилизованные ценности, да, человечества, а не за... фашизм, который сейчас вовсю руководит Россией. Ну что, фейкомет? Почему я фейкомет? Вот мне нравятся мусорки жовто-блакитные на твоем фоне. Это вообще, это, блядь, что? Да, конечно. Это что-то. Куртки вашего флага, который у тебя в сарае висит, видишь? Мусорка жовто-блакитного цвета. А сверху написано «Я за Путина». Видишь, вот тут написано «Я за Путина». Нормально? Слушай, ну я реально тут смотрю, девочки бегают, а у них на фоне мусорки жовто-блакитные. Я сначала не поверил. Вот, смотри. Не надо истерить, тут. Вот, смотри, видишь? Вот мусорка. Вот написано «Я за Путина». И он в куртке вашего триколора находится. Счастье, я, может быть, сделаю, подожди. Сейчас, подожди, я тебе сделаю его покрупнее. О, смотри. О, вот он, смотри. Я за Путина, видишь? Смотри. Сейчас. О. Вот он. Ну что, как эти, блядь, говори. Как их называют эти? А я лавочки, говорит, тоже жовто-блакитные, говорит. Я не слышал 3 минуты после, что ты говорил. И, говорит, эти там всякие там, ну, ужас. А, он я сам говорю, с собой, блядь, неужели так вот государство? Понятно, человек сам с собой разговаривает. Ну вот, видите, сидит в сарае, блин. С кем-то там разговаривает, непонятно с кем. Видно, 2 человека под писоты у него. Нищая, убогая. Такое же, как его страна, и написано «Я за Путина» и роется в помойных контейнерах. Ужасно, конечно. Это отстой полный. Это полный отстой. Ну все, чувак, давай пока. Очень приятно было с тобой поговорить, идешь нахуй.